кондитерская витрина Скайола с крутящейся поверхностью, с подсветкой. Общая высота 120 сантиметров, она напольная. Или может поставить на какую-то подставку, если кому надо. Так она идет 70 на 70. Вращение у нее можно отключать. Вот, выключили, стоит, включили, пошло. Подсветку тоже можно выключать. Светятся все четыре колонны. Нижняя тарелка зеркальная, остальные две стеклянные. Под высоту продукту можно тарелки переставлять на один этаж выше. Уплотнитель в идеальном состоянии, визуально витрина в хорошем состоянии. Все декоративные накладки у меня покрашены. В серый цвет, и они легко снимаются, и можно перекрасить свой цвет под стиль заведения. Температурный режим сейчас она показывает нам внутри 3,9 градуса. Это из-за того, что держит отлично тепло, холод, то есть. Здесь на декорации еще пленка висит. Пленка. Декорация имеет такой вот коричневый вид оригинальный.